Оборвалось очень рано, в 46 он не дожил до 47 лет. Но его силы были нацелены на то, чтобы и студенты, и преподаватели могли свободно жить в нашем институте, тогда электротехническом. Хотя он прекрасно понимал, что институт находился в ведении Министерства внутренних дел. То есть это очень серьезный вопрос был политический. Одно из первых решений Совета института, это было решение, в котором говорилось, что Совет допускает организацию митингов и выражение своих желаний, мыслей студентами, преподавателями, что и происходило в нашем институте. В результате Попова вызвали в Министерство внутренних дел, фактически был готов приказ о закрытии института. Ну и когда Попов вернулся после вот крупного разговора, это было 27 декабря по старому стилю, и 31 числа Александра Степановича не стало. Это была трагедия для всех. Он должен был с 1 числа с Нового года заступить на место председателя Русского физико-химического общества. То есть он был лидером физиков всей России. Всегда должно быть с кого брать пример. И вот один из такой ярчайший пример – это Александр Степанович Попов. И в плане семьи, и в плане детей, науки, образования и так далее.